Скажите, пожалуйста, моя мама отказалась от врачей, обследований и прочей ерунды. Вот нужно здесь остановиться, и я вам скажу, я не считаю, что врачи и обследования – это ерунда. Как она считает? Ну да. А мне так тяжело, зная, что она скоро уйдет. Как я могу ей помочь? Хожу, покупаю еду, это само собой, а как еще? Вы ей должны сказать, что человек, скажите, мама, то, что ты не хочешь, это твое дело. Но я буду бороться за тебя, пока бьется мое сердце. И бороться до последнего момента. То есть говорить, мама, да, ты мне нужна. То есть если ты не нужна себе, то мне нужна, и я буду бороться за твою жизнь, бороться за тебя, и мы будем делать все для того, чтобы продлить твою жизнь и сделать твою жизнь комфортной. Поэтому, что бы ей ни сказали врачи, что бы она ни считала для себя, создавайте для себя миссию максимальной поддержки ее. Обратитесь к врачам. В случае, если врачи говорят, что нужно то-то, то-то, делайте это. Дело в том, что это все на вашей совести. Если она сама не хочет, а она вам нужна, делайте все для того, чтобы прожила она как можно дольше, как можно комфортнее, как можно больше счастья создавая. Вот так. Дело в том, что даже если ей плохо и она болеет неизлечимым заболеванием, то вы должны знать, что неизлечимые заболевания, они обычно сопровождаются тяжелейшими осложнениями, тяжелейшей болью и так далее. И это может быть по-другому, с использованием методов, которые дают врачи, с использованием систем, технологий. И это все, кстати, на совести их детей. Обычно родители считают, что да, зачем моей дочери или сыну и так плохо? Нет. Это на вашей совести, поэтому всегда нужно до последнего момента бороться за своих близких, за жизнь своих детей, за свою жизнь. Это наши условия жизни. Быть бойцом, бороться, искать, найти и не сдаваться.